В общем, ребята, вы сами все видели, что моя сейчас учетная запись заблокирована. Если честно, я был просто тупо шокирован, потому что я ни разу в жизни не качал читы. Да, когда-то там очень давно я, не знаю, менял киллмарки, но это было еще на старле, в общем, где-то года два назад. Но это не является, не знаю, пунктом, тем пунктом, из-за которого был забанен мой аккаунт. Итак, сначала проверим, как же так. В общем, приостановка действия учетной записи бессрочно. Типа, причина блокировки, нарушение пункт 20. Окей. Идем, смотрим пункт 20. Вот, типа, заблокирована учетная запись, вся хуйня. Использование, продажа, обмен, поиск читов. Поощрение использования и содействие читеру. Например, поиск читера для прохождения ПВЕ. То есть, типа, мол, зомби проходить. В общем, думаю, никому не нужно объяснять, что этого всего я не делал. Короче, я не знаю, какого хрена у меня забанен выстрел. Когда я... Блин, я не понимаю, как так, когда заходишь на сраный паблик, и там бегают типы старлеи, там... Капитаны с Саимами, с ВХ, там про салага я вообще лучше промолчу. В общем, бегать всякие ширпотребы с Саимами и с читами, в общем-то, и их тупо не банят. А тут человек играет третий год, соблюдает все возможные правила игры, да, ну, можно так сказать. То есть никаких читов я не качал, никогда их у себя на комп не устанавливал. И тут бац, держи, братуха, бан. Бессрочно. Ну что ж, мне что я могу сказать, что администрация нашего РУКФ, как всегда, удивляет. Уже было неоднократно. Мне говорили уже и доказывали, что людей могут банить просто так. В общем, пункт 20 именно, вот именно этим пунктом всех очень часто, не знаю, шпыняют, что ли, ковыряют. И именно из пункта 20 никто еще не получал анбан, то есть разблокировку. Причину также никто не объясняет, почему как бы забанен аккаунт. В общем, я написал Архонту, посмотрим, что еще скажет мне техподдержка. Ну, может быть, единственное то, что я как бы недавно переехал и типа смена IP-адреса. Но я здесь уже играю на этом IP-адресе вторую неделю как бы. И по сути, если чекнуть логи, да, то можно понять, что человек играет уже на другом IP-шнике. То есть логика должна быть у этих людей. Но так-то да, немного обидно, что покамест выстрел заблокирован. Возможно, это действительно бессрочно. И я создам другой аккаунт. В общем, следите за новостями. Ну, а то, что любого человека могут забанить просто так, вот вам прямое доказательство. То, что мне не интересно никогда играть ни с читами было, ни искать их, ни качать их, ни устанавливать. Насколько я знаю, очень сильно подвержена сама система компьютера, когда ты устанавливаешь какие-то читы, там, постоянно какие-то вирусы и всякие эти хрень, в общем, доходит даже до поломки самих вот жестких дисков, насколько я знаю, и вообще, в общем, даже и компоненты системы страдают из-за этого. В общем, вот такой вот просто охрененный прикол. Я просто офигел. Вот если бы сейчас ко мне инопланетяне вот так просто прилетели, я бы и то меньше офигел. Вот просто на третий этаж бы ко мне в балкон бы постучались и сказали: «А, здорово, мы тут с Рен ТВ к вам пришли, вот мы, да, с планеты Нибиру там или что-то такое». Я бы меньше удивился, чем вот такой вот херне от нашей администрации. В общем, это еще одно огромное такое подтверждение, что человека могут забанить просто так. Просто по какому-то странному там желанию там и так далее. Ну, надеюсь, это никак не отобразится на ком-то еще, кроме меня. Ну, конечно, сейчас мои хейтеры будут там: «А, пойдем яшки выпьем, выстрел забанили». А за что? Да хуй его знает, за что. Ни за что. В общем, такие вот дела. Что тут еще сказать? Использование, продажа, обмен, поиск читов. Да вы головой ударились. На кое-то мне надо, блядь. У меня полковник без VIP, который качался трудом
и потом, и кровью, как бы, да, говорится. В общем, ну не знаю, ну всему приходит конец, как бы. Сам проект я навряд ли заброшу, может быть, создам твинк, хотя неизвестно. Если там было 600 тысяч БО, скины, там оружие, которое я выиграл у The Red, у людей, которые ездили на ВЦГ, мы забрали у них первое место, то есть это реально достойные заслуги, понимаете, вот аккаунт очень-очень известный, то есть в каждом зале меня люди узнают, там, это, блин, это безмерно приятно, это всегда, не знаю, это единственное, наверное, почему я вообще делаю видео, делаю вообще что-то для вас, для себя, потому что это очень приятно, когда тебя узнают люди, когда и к тебе хорошо как бы относятся, ну, помимо тех даунов, которые, не знаю, делали что-то, какие-то свои видео, и мне не понравилось то, что они сделали. В общем, я там, наверное, даже тоже не прав немного, то, что это моя чисто точка зрения. Ну, в общем, это другое. Ну, а так-то на ютубке уже 10 тысяч как бы налетело подписонов. Это вообще просто супер. Ребят, это такое чисто бонус, можно так сказать. Что-то подлагивает еще. 10 тысяч 008. Хорош. Такие вот дела. Ну, насчет 10 тысяч я, наверное, отдельное какое-то видео сделаю. Но пока мест еще ничего не известно, потому что саму техподдержку я еще не писал. Написал только Архонту. Ну, вы знаете, нашу администрацию, она очень шустро отвечает всем. Так что я думаю, дня три буду ждать. Ну, как бы 3 года ждут, на четвертый забывают. Ну да ладно, что будет, то будет. Скажу только, что естественно я не читерю, естественно я никому не передавал свои аккаунты. И вообще я просто не нарушаю правила игры, по сути. Если же они меня забанили за то, что я там когда-то 2,5 года назад менял киллмарки, ну и да и хрен с ним. Давайте тогда всех что ли банить. Насколько я знаю, 90% людей заменяли киллмарки или звуки. В общем, раньше это не было все настолько вот остро стояло, что типа ты заменил киллмарку на бан. Вот, держи тебе теперь бан. Ну и да ладно, в общем, посмотрим, что с этим будет. Сейчас хейтеры пойдут пить яшку и кричать: ура, 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 выстрела забанили, ура, ура, ура. Ну, в общем, такие вот дела, друзья. Ну, вы можете обратиться в центр поддержки по адресу дом Колотушкина, улица Пушкина, я так и понял. В общем, такие дела. Всем спасибо, будем ждать следующих новостей.